Вот и началось мое путешествие, да, Итик? Опа, ты сможешь сидеть? А что там? Так, если... Не знаю. Вот так все, я уезжаю из Пакена на 6 дней. Сейчас сколько? Ночи. Не, уже утро вообще-то, 3:38 а.м. Надо домой отнести. Июль 28. Там надо заодно прикрыть. Вот мы с Джулией приехали в аэропорт. Привязали вот такую табличку с моим именем, адресом. Теперь идем дальше. Да, Джулия? Да. Все, вот мы наконец-то в аэропорту возле своей линии. Гейт 13. Самые первые, еще никого наших нет. Нас привез Виктор самых первых. Вот мы с Джулией здесь одни стоим, ждем всех. Зато не опоздали на самолет. Вот Джулия вернулась. Мы сидели, ждали Джулию. Сидим на улице, кушаем. Здесь прохладно, холодно, даже все идут одетые. Это даунтаун, да? В даунтауне мы находимся. Даунтаун Сан-Франциско. Вот он какой. Мы остановились возле какого-то магазинчика, называется, не знаю, Ларинес какой-то. Вот это бивень мамонта. Это витрина такая большая. И на нем сделаны маленькие фигурки, вот такие человечки. О, тут целый корабль, что ли, как будто сделан. Классно. Вот тоже с кости это мамонта сделан. Ну, красота какая. Это лошадки. Мы гуляем, прогуливаемся, зашли. Называется китайский квартал. Базар как в Киргизии. Это как в Киргизии базары. Да. Так же у нас. Открыточки Сан-Франциско.
7 за 1 доллар. $7 за $1, да? Ага. Что, можешь взять их? О, это хорошо. Да, если ты хочешь. Выйдешь. Я бы вообще хотела, знаешь, есть вот эти магнит. А как? Ну... Нету. На. Он за рефриджерейтор. Да. Мы остановились, это какой-то... Как это называется? Трамвай? А, да. Ну, потому что это очень высокий. Угу. Только здесь в Сан-Франциско ездит, ага. Такой в даунтауне. Но это на экскурсии, да, возит он? Мы пошли дальше. Мы уже там прикупили открыточек. Что-то там гудит. Снимать неудобно, потому что одной рукой надо сумку тащить большую, другой рукой снимать. Ну как-нибудь потихонечку снимать. Тут что-то интересное. Что-то шары какие-то висят. Ну вот львы тут стоят какие-то. Девушки сидят. О, я хочу. С этими девушками надо обязательно сфотографироваться. Вот Джулия уже садится фотографироваться, да, Джулия? Интересные такие. Тут много, тут еще какие-то слоны есть. Ладно, пойдем фототься.